На территории Подмосковья стартовал традиционный осенний экомарафон «Сдай макулатуру, спаси дерево», который проходит в формате соревнований между муниципалитетами. В Одинцовском городском округе экологическая акция пройдет 21 октября. Адреса можно найти на сайте администрации. Напомним, экомарафон «Сдай макулатуру, спаси дерево» проводится с целью предотвращения попадания отходов, пригодных для вторичной переработки, в окружающую среду. В прошлом году одинцовцы сдали 48 тонн макулатуры.